запах антоновских яблок, запах меда и осенней свежести. Воздух так чист, точно его совсем нет. По всему саду раздаются голоса и скрип телег. Детские квесты не только для юной публики. Малыши развлекаются на тематических площадках в усадьбе Алексея Толстого. Родители посещают дамский салон и мужской клуб. Пока дети у нас здесь делают открытки, мы решили сделать друг другу шах и мат. На свежем воздухе дети по старой русской традиции играли в лапту и городки, делали старинные открытки на специальном мастер-классе и рисовали на большом коллективном полотне. Я делала открытку яблочную. Вот я использую здесь специальную такую картонку и вот всякие картинки. Яблочный день – это симбиоз православного и мирского праздника, посвященного сбору урожая. Яблоки на Руси всегда пользовались спросом, и чай из самовара с яблочным вареньем можно было встретить в каждой усадьбе на рубеже 19-20 веков. Самый простой способ погрузить их в эпоху через различные театральные постановки. Мы в этом году решили поставить «Антоновские яблоки» Бунина, который кажет повесть, как ни одна другая, показывает им дворянский быт. То есть мы собрали такой домашний именно театр. Яблочным настроением проникся и постоянный житель музея – черный кот. Не в пример пушкинского, сказок, правда, не рассказывал, зато сладко дремал на солнышке. Марьяна Мирная, Максим Гусев. События.